Дирижабли и дороги за более чем 200 миллиардов долларов. Совбез России, академик РАН Александр Некипелов предложили Кабмину проект транспортной системы, которая свяжет Европу и Азию. Сеть охватит землю, воду и воздух, пишет газета «Коммерсант». В единую сеть войдут железные дороги Транссиб, БАМ, а также Северный морской путь. Она позволит лучше освоить Дальний Восток, Сибирь и Арктику. Соединить транспортные узлы предлагают в том числе при помощи дирижаблей «Атлант». Одно воздушное судно перевозит до 16 тонн груза. При этом дальность полетов ничуть не уступает обычной авиации, максимум 5000 километров. Цена дирижабля не превысит 30 миллионов долларов, сообщают авторы задумки. Общая стоимость только части проекта с дирижаблями чуть больше 3 миллиардов долларов. Однако выгода в прямой экономии как минимум 8 миллионов долларов в год.